Добрый вечер, дорогие друзья. В моих руках Samsung Galaxy S с прошивкой Android 4.0.4, который я взял с 4 PDA. Обзор делаю для тех, кто боится перепрошивать или хочет просто посмотреть, как же это все дело работает с четвертым Android. Итак, разблокируем наш телефон. В принципе, работает все довольно-таки плавно, все красиво. Бывают, конечно, небольшие тормоза, но они и на стандартной прошивке имеются. Вот, как вы видите, Android 4.0 с полным функционалом. То есть работает хорошо, в принципе, мне нравится. По квадранту, правда, немного очков набрал, 796. Но тут дело не в производительности, тут сама идея поставить Android 4.0 на этот девайс. По меркам Android девайсов он уже, к сожалению, устарел. Вот. Хотелось бы показать, как он ведет себя. То есть камера работает. Небольшие глюки есть, вот немного запаздывает картинка, и второй снимок не удается сделать. Видео также работает. Прошу прощения, небольшой заряд батареи у меня остался. Перейдем в настройки. Все работает плавно, как видите. Android 4.0.4. Так, производительность. Производительность я сделал максимальную, так как вот ZRAM 26% максимум, сброс активов и merging kernel. В принципе, пока работает нормально. Главное устройство не захламлять. Оставить как можно больше свободного места, как на оперативной памяти, так и на роме. Так, ну вот, видите, работает все хорошо, все красиво, Android 4, виджеты, в общем, все дела. Для тех, кто боится прошивать, не будет делать это в два клика. Это моя первая прошивка. Все делается очень просто. Ставите рекавери, нажимаете одну кнопку, ждете 2 минуты, и у вас появляется Android 4. Вообще, хотел бы сказать следующее. В принципе, система довольно-таки оптимизирована, но советую вам установить Advanced Task Killer. Это оптимальное, я считаю, приложение. Можно настроить, чтобы при каждой блокировке экрана он удалял запущенные процессы. Также очень удобная кнопочка, вот она у меня на рабочем столе, которая очищает память. Когда телефон подвисает, нажимаете, все задачи удаляются. Разумеется, вы можете выбрать, которые не хотите удалять. Например, вот у меня Live View, это часы. Удалять ее нельзя. Вот, то есть ВКонтакте, в принципе, все работает, никаких больше фишек не пробовал, вот, ВКонтакте и Твиттер, больше ничего не ставил, все остальные приложения для часов. Вот, галерея работает, подтормаживает, конечно, может быть, это у меня только, потому что тут снимков, у меня очень много снимков из одного ВКонтакте, у меня 1300 штук. Так, Play Market работает без проблем, все активизировалось с первого раза. Подключился к Wi-Fi, Bluetooth работает, GPS работает. Все вообще работает очень хорошо. Большая благодарность автору прошивки. Здесь есть root права, супер юзер. Очень удобно, ничего не нужно делать самому. Все уже есть для комфортной работы. Ну вот, в принципе, собственно, и все, что я хотел вам сказать. Задавайте свои вопросы в комментариях. И еще хотелось бы еще раз поблагодарить автора этой прошивки за работу. Очень-очень понравилась ваша прошивка. Надеемся, что будут обновления ее. Все, спасибо, друзья, за просмотр. До свидания.